Создание Центра стратегических исследований обсуждалось давно. Не раз в регионе пытались создать подобное учреждение, однако специалистов в этой области не хватало. И вот, наконец, формальности позади. Объединив три структуры – научно-исследовательский институт изучения проблем региональной экономики, НИИ истории и культуры и агентство передовых инициатив, технологий и проектов – был открыт и уже начал свою работу Центр стратегических исследований Ульяновской области. Этому центру передан в том числе ряд функций государственных – это разработка планов, прогнозов, подготовка, в том числе, части бюджета Ульяновской области, контроль и мониторинг реализации указов президента, то есть ряд обязательных полномочий, которые должен делать каждый субъект. И плюс вторая сторона задачи центра – это подготовка ключевых исследований для нужд экономики, социальной сферы Ульяновской области по заказу правительства региона и губернатора. Как ранее отмечал сам губернатор Сергей Морозов, плодотворная работа этого центра приведет в будущем к созданию региональной академии наук. Ну а пока главная задача центра – найти и привлечь узких и квалифицированных специалистов, творческих людей, заинтересованных в развитии региона. Я когда работал в правительстве несколько лет назад, был Министерство предпринимательства, Министерство инвестиций, Министерство туризма. Сейчас их нет. Кто пострадал – нет. Работают лучше – намного. Я убежденец вот именно в этом, что, повторюсь, процитирую губернатора, штат чиновников должен быть высокопрофессиональным, небольшим, значит, а все остальное должно вот реализовываться в том числе такими механизмами, о которых мы сейчас говорим. Пока центр существует всего несколько дней, но в его штате уже 2 доктора наук, 12 кандидатов наук и 3 сотрудника в процессе написания докторской диссертации. Как обещал директор центра Олег Асмус, в течение года уровень профессионализма всех сотрудников будет составлять порядка 70%, что будет выше показателей любого вуза Ульяновска. Таким образом, центр станет мощной научной организацией, способной решать многие задачи. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.